Здравствуйте, Лиза. Представьтесь, расскажите. Меня зовут Дмитрий Сатин, я руководитель компании Usability Lab, которая про пользователей, про их эффективное поведение и взаимодействие с нашими сайтами. На этой конференции я выступал на двух секциях. Одна была связана ближе как бы к моей профессии, это вопросы технологий интернет-продаж. И там я рассказывал о том, как трансформируется демография людей в воронке продаж. Вы знаете, что такое воронка продаж? Ну, от самого широкого, от охвата аудитории через рекламу. И на выходе из этой воронки очень узенький такой носик. Это, собственно, сами продажи. И я выяснил в нашей работе то, что вообще там это не один человек, которого засасывает воронка, а там есть социальное взаимодействие. Например, вам очень понравится такая история про букет невесты. Сайт, продающий цветы. Если посмотреть на демографию тех, кто заходит на него, женщин больше. Если посмотреть на демографию тех, кто покупает, там мужчин больше. И когда с бизнесом начинаем разбираться, почему так, то бизнес говорит, мы, конечно, продаем цветы в разных форматах, но самый запоминающийся случай – это букет невесты. А с букетом невесты связана традиция, связан ритуал. Невеста не должна видеть своего букета до момента вручения. Но похоже, что ни одна невеста, ну или многие невесты, не доверяют своему жениху этот выбор. И поэтому оказывается, что в воронке продаж участвуют два человека. Невеста выбирает его, а потом передает голевую передачу жениху, который уже как исполнитель завершает ее выбор. И это интересно, потому что понимание, что это не то, что один человек проходит по всему процессу, а о том, что там происходит различного рода смещения, это позволяет бизнесу вообще почувствовать, с кем он работает и на кого он должен воздействовать.